Приветствую, друзья! Всем привет из Туапсе! Только вышел с пляжа Туапсе, вот они сейчас заканчиваются. У меня сегодня поход выходного дня по побережью моря до... к себе туда, до Дыркой. То есть иду вдоль моря. Вот. И цель, сейчас снимаю все на камеру. Вот, показать, где что, чего находится, какие пляжи. Ни разу не ходил, единственный раз ходил до весны. Это первая остановка. Потом у нас Гизель-Дере Южный. И уже будет до Дыркой. Электричка идет здесь почти 15 минут. Вот, приходится переходить в другой раз. Но в планах пройти именно вдоль моря, вот, по берегу. Думаю, пройду. Другие-то ходят. Вот. Солю это видео, не знаю. В дороге тут у меня сейчас с интернетом, конечно, плохо. Вот. Ну, сейчас попробую прямиком сразу загрузить. Погода отличная, море шикарное. Я сегодня, в планах-то было идти наоборот, с Дыркой сюда. Вот, но я насчет билетов. Утром заехал электричкой в город, затарился газом. Так что Марио газ я купил, но все равно баллончик прикупи. А вот, через городской пляж Туапсе, и вот иду. Иду, вышло ровно в 12. Проверим, до сколько я дойду. Вот, а потом мои подписчики просили поснимать в Гизель-Дере. У людей ностальгия, понятное дело, я сам такой. Вот, там санаторий или дом отдыха. Он говорит, будешь, обязательно поснимай. Выполним, выполним. Все будет отдельно выложено уже, то, что я снимаю по камере. Поход выходного дня Туапсе де Дыркой, берегом моря. Так будет называться. Вот. Так что желаю всех благ православных. Поздравляю с Днем Святой Троицы. С пожеланием всех благ. Пока, до свидания, до будущих видео.